Йоу, всем привет, дорогие друзья, дамы и господа, леди и джентльмены, и добро пожаловать на мой канал. Итак, сегодня я играю на ПК World of Tanks, ну и так далее, как говорится. В предыдущем видеоролике, если вы смотрели, вы знаете, как говорится. Итак, вчера мне не повезло, может быть сегодня повезет. Итак, погнали в случайный бой. Игроками. Пока будет готовиться хостная игра, обсудим некоторые детали. В каждой катке, в каждой карте, на каждой локации бывает все разное. Игроки тоже, танки тоже. И почти все не рандомно, не одинаково, как говорится, как в Доте. В Доте же свои плюсы, там 5 на 5 играешь. Но тут нет такого 5 на 5, тут по-разному. Тут может 10 на 10, то есть 5 на 5. Тут может быть 8-8, 15 на 15, 20 на 20. Ну, зависит от сервака и его качества техработки, ну и так далее, как говорится. Вот. У меня же, в моем же случае, происходит тут по-разному, как говорится. Я уже прошел все локации, все уровни миссий, заданий. Вот. Теперь играю против реальных игроков. На статистику, на ранг, на ПТС, ну и так далее, как говорится. Как в Доте такого же нету. Так, ждем очереди. Сейчас у нас еще этот свет занимает чуть дольше и очень долго. Потому что... Случайный бой — это автор ED, как говорится. Не кто-то хастует игру, а считай, сервак хастует игру. Вот, и в серваке должно набраться количество игроков, чтобы сервак стартанул игру, чтобы игра началась. Ну вот, что-то зависло. Походу дело стартанула игра. Ибо нет. Да, как и сказал, точно игра хастанулась. Но у меня что-то все зависло. Это ничего не отображается. Картинка стоп-пауза. В чем же дело? В чем причина? Понятия не имею. Чуть-чуть подождем. На, остановилась игра. Вот. Вышла картинка. Карты. Загрузка интерфейса. Связь с сервером потеряна. Ну, вот, бывает и такое. Связь с сервером потеряна. Видно, как пинг выбросил со сервера меня. Буду заходить обратно в игру, блин. Да. Не ожидал я такого. Придется мне заново заходить сейчас. Либо соединяться с сервером, либо еще какие-то варианты подходят в моем случае. А, во, соединился. Классно. Надеюсь, лагать. Так. Ох, нихуя, ты занял, нихуя.
тут, сука, не видно. Видно и не видно, и не знаю, с какой стороны ездит это такое. Люди. Не пробил. Давай, 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 появляйся. Давай, давай, чувак. Oh, dude.
вроде бы вон там. Ахири, вот он. Даже ни одного танка, блядь, ни одного игрока не убил, блядь. Умеют стрелять, блядь, игроки, а? Ну ладно, фиксим, сочтем это как бы за недавнюю игру. Я же новичок. Поражение. Включил я музыку в ангаре, чтобы слышать мой голос, а то под музыку ничего нифига не слышно. Так, сейчас зайдем в какой-нибудь сервак в случайном бою, случайный бой, идет сбор игроков рандомный. Время ожидания. Чуть-чуток это долго времени занимает. Но ничего страшного, мне торопиться некуда. Надеюсь, и вам тоже будет приятно, если вы будете смотреть этот видеоролик. Да, кстати, пока не началась игра, будет мне просьба к вам. Если вам интересна игра, пишите комментарии, задавайте вопросы, ну или заказывайте там игру, видеоролик с монтажом, там, типа клипа. И заодно заранее скажу, если вам нравится видео, похожее на моем канале, то, пожалуйста, не забудьте подписаться на канал, поставить ему лайк. И обязательно включить все уведомления на мой канал. Динь-динь-динь-динь. Так, игроки в очереди. В очереди игроки. Let's go. О, со старта музыка. Противники 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 на 10 игра. Так, я 3, 4, 5. На пятом слоте я. Так начали. Начинается.
Броня не пробита. Пробитие. Thank you.
Да. Команда победила, но только не я. Ладно, сейчас следующую начну снова. Не расслабляюсь. Понятно. Стандартный бой. Захват базы. Ой, блин, что-то с пингом, с интернетом проблема. Подождите-ка минуточку. Стоп, стоп, стоп. Ну и на этом все, мой перерыв подходит к концу. Буду заканчивать свой видеоролик. В игру что-то у меня не заходит, серваки не работают. И клиент что-то не работает тоже. Вот. Показывает вот такая ситуация. Не знаю почему и в чем же дело. Продолжу уже завтра играть. Всем пока и до скорых встреч.